Всем большой привет, друзья! Очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня с вами мы пойдем в магазин Fix Price. Но выпуск будет не совсем обычный. Сегодня вместе с вами я отправлюсь за покупками сюда. Покажу, что выбираю. Вы просили снять такой ролик. Покажу и Fix Price, и покажу также, что беру часто в магазине Светофор. Возможно, про Светофор будет не в этом выпуске. Посмотрим, в общем, как мне по надобности надо. Но в Fix Price мы с вами уже пришли. Я вам всем желаю приятного просмотра. Давайте скорее приступать к покупкам. В прошлый раз здесь покупала вот такой вот шампунь. И смело могу вам его рекомендовать. Очень приятный. Он без парабенов и разных вредностей. Стоит здесь 99 рублей, 270 мл на черной глине. В общем, мне он очень понравился. И еще совсем недавно есть у меня вот такой вот гель для душа. Именно брала вот в этом флаконе. Стоит он тоже бюджетно, 79 рублей за 500 мл. В общем, понравился тоже. Очень хорошо пенится и, в принципе, тратится экономно. Сегодня выбираю вот такой вот Траксирутин. Очень нравится. Тонизирующий, охлаждающий гель для ног. Беру его очень часто. Действительно помогает. Стоит 55 рублей. Здесь 50 мл. Именно в Fix Price ценник бюджетный. И знаете, он не такой желтый, как если покупать его в аптеке. Если в аптеке такой покупать, то потом нужно будет смывать, или обувь, или там носочки ваши могут испачкаться. А вот этот обладает теми свойствами, как вот в аптеке, если брать, только более, наверное, деликатней, что ли. Но мне вот нравится, беру именно здесь. Давно присматривала какой-нибудь ароматический диффузор. 199 рублей, если вот такой вот смотреть. Я такой покупала в Светофоре, именно с этим ароматом. Это у нас белая роза, ландыш и зеленый чай. А сейчас хочу, может быть, какой-то другой посмотреть. Вот этот, наверное, поменьше здесь будет, сам флакон. Этот подешевле, 149. С разными, видите, тоже он ароматами. Так, какой выбираем? Приглянулся мне вот такой вот цветущий сад. Здесь масло 45 мл и 5 палочек беленьких. Симпатично смотрится. 149 рублей. Смотрите, какая новинка. Свеча появилась из натурального материала. Это 100% пчелиный воск. Смотрите, разные они по цвету. И 149 рублей, 20 сантиметров. Так, мне нужен какой-то жироудалитель, чистящее средство. Вот такой вот санитол я брала. В принципе, ничего, так справляется с загрязнениями. Но хочу попробовать что-нибудь новенькое. Вот, например, приглянулся мне вот такой Бимакс. Антижир, мгновенный результат и свежий аромат. 99 рублей, 500 мл, он с распылителем. А вы напишите, может быть, что-то берете вы здесь на постоянной основе и хорошо справляется со своей задачей средства. Еще хочу показать вам одно средство. Я уже покупала, мне оно очень понравилось. Стоит, посмотрите, как бюджетно, 79 рублей. Это у нас спецпласт, жидкий пластырь для оперативной помощи. Я вам дома его открою, покажу, как вообще пользоваться им здорово. И я рекомендую его к покупке, очень понравился. В общем, дома вам покажу более подробно. Как обещала, хочу вам рассказать о жидком пластыре. Спецпласт он называется. Для оперативной помощи очень здорово помогает. Сразу хочется отметить, что производитель спецмазь у этого средства. И хочется сказать, что он для ухода за кожей восстанавливает, защищает и улучшает. Я могу вам сказать, что я уже такой пробовала, мне он очень понравился, действительно работает. Очень приятно, что здесь натуральные компоненты. Это муравьиный спирт, экстракт пихты сибирской, масло чайного дерева и масло облепихи. И вот покажу вам поближе способ применения. Необходимо нанести гель на чистую кожу, на необходимое вам место. Далее равномерно распределить тонким слоем по поверхности кожи и оставить на 10-15 минут до образования пленочки. Далее, уже после высыхания геля, пленку можно снять, аккуратно подцепив за край. В общем, я вам могу сказать, что это где-то минуток через 20. И давайте вам покажу вот такой вот внутри пузыречек.
У меня такой закончился, и решила вот купить его еще. Все очень удобно, вот такой вот носик. Аккуратненько мы капаем, проходимся по коже. Он такой, знаете, гелеобразный, но вот видно. Тоненьким слоем, то есть на ту поверхность, куда необходимо. Он далее быстро засыхает, и потом уже можно будет смывать. В общем, я могу вам сказать, то есть снимать, да, эту пленочку, скажем так. Я вам могу сказать, что для такой быстрой оперативной помощи идеально. В период заживления, без какого-то дискомфорта. В общем, спасает. Для меня это было открытие, увидеть такое на полочках в фикс-прайсе. Очень приятно. И могу вам смело его рекомендовать. Он, знаете, не вызывает жжения. Вот это немаловажно, потому что неприятные ощущения бывают очень часто. И надежно защищает от механического повреждения, как бы тем самым снижая дискомфорт в период заживления. В общем, поделилась своим таким небольшим лайфхаком, но рабочим, поверьте мне. И тем более за такую цену это просто номер один. Друзья, прошло буквально 10 минут, вместе с вами хочу снять эту пленочку. Взяла вот обычный такой пинцетик свой, и давайте попробуем. Смотрите, как идеально она снимается просто. Хотя я нанесла очень тонким слоем, и на коже ничего нет. Что я хочу сказать, действительно не стягивает кожу, было очень приятно и комфортно находиться в нем. И плюс, если это ранка у вас, да, будет какая-то, то огромный плюс, что не будет сильного жжения, зуда. В общем, мне продукт нравится, повторно купила его и знаю, что буду брать его, когда он закончится, еще. Поэтому запоминайте, как выглядит упаковочка. В магазине обычно этот товар лежит на полочках, которые прикассовые зоны или на кассе, может быть, у кого как. Вот у нас именно около кассы были. Поэтому запоминайте, надеюсь, что вам эта информация пригодится, друзья мои. От души рекомендую. Также хочу еще купить вот такой вот кофе Gold. Попробовать насыщенный такой. Написано, как на упаковке. Здесь всего лишь 40 грамм, 79 рублей. У нас, кстати, такой появился совсем недавно. Маленькая упаковочка, удобно брать с собой, потому что здесь zip-пакет. В общем, его тоже забираем. Кондиционер для белья 149 рублей. Здесь литр 300. Я здесь его очень часто беру. В принципе, с разными ароматами бывает. Мне нравится, как справляется со своей задачей. Ценник хороший и достаточно большой формат. Туалетная бумага тоже выбор огромный. Обычно как-то вот такую приобретаем. Здесь стоит 79. И здесь она трехслойная, 4 рулона. Рядышком вот эта вот с голубой вставкой упаковочка тоже стоит 79. И, можно сказать, с теми самыми характеристиками. В общем, выбор есть. Смотрите, сейчас очень выгодные цены на печенюшки Чокопай. 4 вкуса здесь есть сейчас. 6 штук их всего. То есть формат упаковочки не самый большой. Получается банановый, клубничный, шоколадный или какао. И вот классика. В общем, 6 штук сейчас по карте Fix Price будут стоить 69 рублей. Без карты 79. Сейчас посмотрим, есть ли большие упаковки такие же. Так, пока у нас вот не вижу их. Нет, большие на данный момент я не нашла. Давайте, наверное, возьмем классику. Так, корзиночка наша все больше становится. Так, по игрушечкам с вами пройдемся. 199 рублей. Хотим прикупить вот такого вот питомца в переноске. Здесь есть котики в желтой переноске. Кто здесь, дельфин, что ли? Дельфинчик, да. Так, вот в таких вот бирюзовых везде, смотрю, беленькие котики. А вот еще есть у нас, ой, а здесь пингвин, как интересно. Ну, в общем, мы возьмем, наверное, вот такого котика. Тоже дома вам покажу, как открывается и какой котик будет внутри. Соки тоже сейчас по отличной цене, по 23 рубля по карте Fix Price. Это маленькие, которые по 200 миллилитров. Сады Придонья. Возьму, наверное, вот такой вот, без сахара, без добавления сахара, с трубочкой. Вкусы разнообразные. Возьму яблочный. И еще выбрала себе из напитков вот такой вот Lime & Fresh.
Здесь 330 миллилитров. Стоит тоже бюджетно 39,50. В общем, конечно, не совсем полезно, но иногда можно себя побаловать. Конечно, нужно прихватить свою любимую белевскую пастилу. Беру именно в такой упаковке всегда. Из печеных антоновских яблочек. Она действительно очень вкусная. 79 рублей за 100 грамм. Рядышком в другой на упаковке. Но я как-то привыкла брать именно в этой. И возьму. Самый выгодный ценник здесь на корм для кошек. Вот этот, по крайней мере, Purina One. По карте Fix Price по 28 рублей. Есть и с курицей, также с говядиной, если смотреть по вкусам, 75 грамм. Тряпочка для автомобиля 30 на 30 сантиметров. Искали подобную. Смотрели вот на Валберес, похожая, по крайней мере, там стоит 300 рублей. Для более быстрой и качественной уборки не оставляет развода и ворса. Видите, она такая двухсторонняя, очень мягкая. Ворс везде одинаковый. По цвету, кстати, можно выбрать. Вот смотрите, на Валберес сейчас специально зашли, посмотрели. Этой же фирмы, этот же производитель. Вот ценник 291 рубль. Не могу пройти мимо некоторых новинок. Вы только посмотрите, какие красивые, блестящие косметички появились. 199 рублей. Какая она яркая, да еще и с блестками. Кстати, блестки разные есть, покрупнее, помелче. И я вам скажу, что очень вместительная. Хочу ее снять, посмотреть поближе. Самой очень интересно. Так. Смотрите, какая. Размеры указаны. На одной кнопочке она. Ну, в общем-то, видно, наверное, вам, что она вместительная достаточно. Еще в новинках сейчас зеркальце. Смотрите, какое интересное, как для принцессы с короной. Оно, правда, небольшое, ручка совсем такая миниатюрная. Для деток подойдет, думаю. Разное по цвету. Блестки внутри. 149 рублей. Розовенькая еще достала. Посмотреть интересно стало. Смотрите, там какая киска интересная. Котик-единорог. Друзья мои, ну, в Фикспрессе больше прошлась, мне ничего не нужно, корзинка полная, идем на кассу, покажу вам чек и, наверное, еще покажу вам свои покупки в магазине «Светофор». Ну, а вот мы с вами и в «Светофоре», тоже нужно здесь кое-что прикупить, покажу вам. Сразу вижу новиночку. Детский шампунь, смотрите, какой появился. В большом формате литровый, стоит 113 рублей. И он как по цвету немножечко отличается, да? Но и картинка здесь немножечко отличается. А так, в принципе, указано, что гипоаллергенная одушка, без красителей, парабенов, силиконов. Содержит депантенол, масло оливы, витамины. Смотрите, какая густая консистенция. И, конечно, удобно то, что он с дозатором. Всегда покупаю в «Светофоре». У меня как раз закончились ватные диски. 180 штук. Там прошитый край. То есть все аккуратно достается. И, конечно, ценник очень бюджетный. 57 рублей. Дешевле я не видела. Еще мне нужно какое-то средство для очистки труб. Ценник у них один. Только немножечко, мне даже кажется, что они прям одинаковые, смотрите. Немножечко просто как изменили формат упаковки. А так здесь у нас так и называется средство для очистки труб, а это называется трубочист и торговая марка «Чистота». Так, и оба формата литровые. Так, ну вот возьму, наверное, вот такое новенькое. Расскажу вам в следующем обзоре, как помогает. Хотя указано эффективно, растворяет жир, волосы, остатки пищи и неприятный запах. Так, еще одна новиночка. Вот в таком мягком формате средство для мытья полов. Яркая такая новинка. 2,1 литр. 100 рублей. Если пробовали, пишите в комментариях.
Ну, здесь, наверное, за счет того, что упаковочка мягкая, и ценник, конечно, побюджетней. Хочу купить рыбку. Я здесь покупала окунь. Он всегда очень вкусный. И, наверное, сегодня тоже его куплю. Так, по 321 рублю за килограмм. Рыбка не очень крупная, но я не скажу, что мелкая. Здесь у нас, наверное, 4 рыбки, как я вижу. Получается на 368 рублей. Еще у меня закончились губки для мытья посуды. Я вам всегда говорила, что в светофоре меня губки устраивают очень. Да, они маленькие, но я их меняю часто, поэтому прямо супер. Ценник 17 рублей. Вот они, губочки. Сразу покупаю по 2, по 3 упаковки. Так, берем. Так, новинку еще хочу вам показать. Появились вот такие вот наборы. По 135 рублей. Набор для уборки. Щетка и совок. И вот они, ручки, которые вставляются. Кстати, удобно то, что они фиксируются друг в дружку. То есть, если будут стоять где-то в уголочке, то будет очень удобно. У меня такой набор был. Я его покупала в Маяке, в гипермаркете «Светофор». Но здесь вот в «Светофоре» в самом тоже, как видите, появился. Удобный, знаете, небольшая, правда, щеточка. Ну, для каких-то ежедневных бытовых уборочек. Что-то замести, подмести. Вообще супер. Ценник, как видите, хороший. В «Светофоре» много картофеля. Он достаточно крупный. Вообще, картошка прям очень крупная. И здесь по 25 рублей за килограмм. Я покупала уже в прошлый раз. Не снимала его, правда. Буду теперь снимать, исправлюсь. Вот такой большой пакет мы взяли на 150 рублей. Очень хорошая картошка. Кушаем. Так, и еще лук. В прошлый раз тоже я покупала лук, но он был очень маленький. Ну, мне нравится мелкий. Сейчас он средний, очень удобный, по 24,50. Кстати, лук закончился, тоже всегда нужен. Берем. И морковочку в прошлый раз я покупала. Здесь она по 30 рублей. Смотрите, какая хорошая, вся крупная. Морковка у меня еще есть, поэтому в этот раз пока обойдусь без нее. В принципе, она всегда здесь есть в продаже. И это очень здорово. Смотрю, что появились новые чипсы со вкусом сметаны и лука. Большая очень упаковка. Здесь 300 грамм целых. 98 рублей. Если уже пробовали, пишите обязательно свое мнение. Из новинок заметила еще горох шлифованный, колотый. Первый сорт указано. Срок годности 20 месяцев, стоит 72 рубля. Здесь 1,5 килограмма. Производитель кто? Белгородская область. По сладостям к чаю хочу взять вот такие вот печеньки. Называется «Сладкая ферма». Это затяжное и стоит 88 рублей. 650 грамм. Мороженое, конечно, надо взять. Очень нравится здесь «Альпенгольд». 90 миллилитров, стоит 40 рублей. Это мороженое без заменителя молочного жира. И оно очень вкусное. Поэтому, когда здесь бываю, сразу прикупаю. И, в принципе, в морозилку дома складываю. И вот такие вот стаканчики. Это пломбир вологодский, он называется. Тоже покупаю. Тоже нравится по вкусу. Тоже без заменителя молочного жира. И по цене что-то 41 или 42 рубля. Здесь большой такой формат, 130 грамм. В общем, тоже очень вкусный. Тоже возьму. У меня еще такое есть одно. Возьму еще один стаканчик. В принципе, на сегодня это все, что я здесь выбрала. Обычно здесь покупаю овощи, фрукты, какие-то предметы для дома. Мука, кстати, тоже покупала в прошлый раз. Хорошая, мне понравилась. И вот такая вот маленькая, неплохая, по 36 рублей килограммовая. И по 60 рублей 2-килограммовая, тоже хорошая мука.
Все, друзья мои, надеюсь, обзор был вам полезен. Пишите свои комментарии, пишите, что покупаете на постоянной основе и понравился ли вам данный ролик с разбором моих таких небольших, но покупок. Все, всем пока и до новых встреч! Вот, друзья мои, все мои покупки. Здесь фикс прайс и светофор. Цены я вам все показывала. Вот они у меня чеки. Получился ценник у меня 1238 рублей в фикс прайсе и 818 рублей в светофоре. Считаю, сэкономила сегодня здорово и по необходимости запаслась продуктами и товарами для дома.